Quoi, tu sais pour avoir été rendu? Quoi, il est déjà un peu plus vieux que les autres. Quoi, tu sais pour avoir été rendu? Assalamu alaikum, Kazakhstan. Mien, Ashtay Janmurat Koğan Besensi, Şimkent Qalası, bugün ноябрьдин 2-си сот болду, 5 суткуга соттады. Заңсыз соттады әрине, бул ИВС-ка биз барганбыз, Айна Бакиевага тамак алып барганбыз. Алайда бизди жаңагы провокация болуп, сол жерде жаңагы полиция чакырып бир болмайтын тирликтер болуп кетти. Ол жерде мен автокөлүктө отурганмын, мен түшүнбөдүм эмне үчүн сотталып атканымды. Онсуз да соттоодон соттоо, соттоодон соттоо. Бул кашан бүтөт соттоо? Здравствуйте, уважаемые казахстанцы, я гражданский активист Аштаев Жанмурат. Смею сообщить, что судилище продолжается над активистами. В Шымкенте это уже обязаловка уже. Прошу помочь. А будет цемент у Казахстана, который не видит, не слышит, слепой и не видящий. И правозащитникам всем прошу помочь. И евродепутату, и сообществу по правам человека прошу помочь. Это диктаторство. Таким образом подвергается моя семья в опасности, так как меня засудили незаконно. Незаконно засудили нас на 5 суток. Это политические преследования. Я сейчас угрожает жизнь моему здоровью отца, угрожает жизнь. Здоровье отца слабое, у него артериальное давление. Если сейчас он узнает. Вот таким образом казахстанские власти судят за то, что я говорю правду, за то, что я относил. Это политическое преследование связано с тем, что Дулат Агад, сына Дулат Агаделя 6-го напоминали нас, не ходили мы. Это все диктаторство. Прошу заметить, помочь. Спасибо.